Контрольная закупка в самарском магазине показала, из 29 молочных продуктов 22 – фальсификат. В их составе эксперты Россельхознадзора обнаружили растительные жиры. В настоящем молоке или масле их и близко быть не должно. И пальмовая кислота, да, присутствует. Из норматива мы видим, что максимально это от 22 до 33. Соответственно, здесь пальмовое масло у нас 37. Закупку проводили специалисты Россельхознадзора и народные инспекторы из общественной организации «Росконтроль». Для проверки выбрали молочную продукцию самарских производителей и соседних регионов. В итоге в списке нарушителей оказались и известные марки. Сметана, кефир «Моя Маруся», сметана «Елховская», йогурты и клубника со сливками «Красава». Все эти материалы есть уже в управлении Россельхознадзора. Я думаю, что в ближайшее время они будут возбуждать административные производства по данным фактам. Сумма только одного штрафа за подобное правонарушение не менее 100 тысяч рублей. Причем стоит один раз производителю попасть в черный список, следить за ним начнут пристальнее. Эти предприятия, на которых выявили фальсификат, поставили на усиленный лабораторный контроль. И согласованные с органом прокуратуры их проверки, ну, соответственно, будут оштрафованы. Такие совместные проверки Росконтроль устраивает ежемесячно, чтобы нерадивые производители не расслаблялись. Валерия Макарова, Константин Головин. События.